Типа обед, типа 10 часов вечера, мы тут в мастерской продолжаем работать по полной программе. Когда в мастерской на первом этаже стало мало места, нам пришлось навести порядок и захламить второй этаж. Ой-ой-ой. Теперь у нас здесь тоже веломастерская. Такой вот прикольный вид из окна. Перестало хватать места в моей мастерской. Решил построить небольшую комнатушку, светлую, просторную, именно для ремонта велосипедов. Здесь встает стенд, стеллажи. Будет много места, много света и вид на огородик, где там все у меня растет. Немножко по конструкции, может быть, кому-то будет это интересно. Здесь сделано бетонное основание, площадка, на которой стоит у меня моя бытовочка. То есть это будет считаться бытовка, временная конструкция, для строительства разрешение не нужно, потому что нет фундамента и нет крыши. Соответственно, строение временное. Значит, конструкция пола 5 сантиметров пеноплекса. Сверху фанера в два слоя в шахматном порядке со смещением. Прокручена большим количеством саморезов. Очень жесткая, ничего здесь не шатается. Соответственно, до температуры там минус 5, здесь будет достаточно тепло, ничего не будет промерзать. Стена, конструкция стены. Брус 50 на 100 из того, что было. Внутри пенопласт. Потом вот здесь вот идет фольга. Ну, не фольга, а такой фольгированный материал. И ОСБ с двух сторон. Соответственно, фольга выполняет роль пароизоляции, чтобы влага не уходила внутрь стены. И немножко должна теоретически отражать тепло внутрь. Здесь как бы просто все пропенено, никакой изоляции не будет. Пар будет слегка выходить наружу. Но периодически, конечно, я буду все проветривать, потому что внутри ОСБ в таком помещении нельзя без проветривания находиться длительное время. Швы все пропенил. Пока про отделку не думал, скорее всего, все будет вот так вот, просто в цвете дерева. Посмотрим. Осталось только двери поставить и свет сделать. Так, зима. Мастерская продолжает работать. Что сделано? Во-первых, построен такой огромный навес над всей территорией. У нас много места. Построена новая мастерская, но пока внутри еще ремонт не сделан, холодно. Не хватает некоторых вещей. Там будет теперь чисто помещение для ремонта. Храниться все будет теперь в другом месте. А внутри мастерской, как обычно, полно работы. Это мой фотбайк, с которого грязь отвалилась после последней покатушки. Колесики принесли на правку. И работа. Вот один велосипед стоит, колеса уехали. Второй велосипед стоит, колеса уехали. То есть уже все почищено, все сделано. Осталось дождаться колес, когда все будет сделано. И вот там вот велосипедик уже готов. И вот у нас тут целая куча, куча, куча. Это все до весны в прокат висит, ожидает весны. Так что работа есть. 30 декабря, но целых два велосипеда в работе.